Без бумажки ты настоящий человек, если не выбросил ее мимо урны, а принес в пункт сдачи вторсырья. Воскресенцев приглашают к участию в экологической акции по сбору макулатуры. Данила – один из организаторов, по совместительству основатель экологического движения «Эко-групп Воскресенск». Уже не первый год их команда работает с людьми в сфере сбора мусора для дальнейшей переработки. Идею провести в Воскресенске акцию по сбору макулатуры поддержал и местный молодежный парламент. На этой акции будем принимать разного вида вторсырье. Сейчас расскажу, какое. Это будет, конечно же, макулатура. А если точнее, это книги, газеты, журналы, гофрокартон, ламинированный картон, вот, офисная бумага такая, как А4. Вот, и, конечно же, добрые крышечки. Акция называется «Про бумагу». Уже в ближайшее воскресенье, 24 октября, в городе будут развернуты пункты по приему вторсырья. На площади УДК «Цементник» и в парке Москворецкий будут принимать бумагу с 10 до 11 часов. У главного входа в парк-усадьба Кривякина с 12 до 2. На площади УДК «Юбилейный» с 2 часов дня до 4. А в следующее воскресенье, 31 октября, сбор пройдет на аллее в городе Белозерский с 12 до 2 часов. Я считаю, что раздельный сбор – это единственный способ решения, в принципе, нашей экологической проблемы, особенно полигонов, потому что другого выхода просто нету. Татьяна Колганова, новости «Искровект».